современных больниц, огромная больница, 2,5 миллиарда рублей стоило оборудование и оснащение, самое современное оборудование со всего мира. Значит, вы знаете, ну, когда город делает такие вещи, в общем-то, есть смысл в работе, есть смысл в том, что ты понимаешь, что каждый день что-то происходит. Происходит, дети получают свой детский садик, завтра дети получат свою новую школу. Вы знаете, мы открываем новые школы, мы открываем детские сады. Будем, я знаю, что есть необходимость в новых детских поликлиниках, будем этим вопросами тоже заниматься. В общем, планов очень много, и для того, чтобы совершать эти планы, нам нужны будущие жители Москвы, будущие жители России, патриоты нашей страны, дети, которые бы больше всего после родителей, конечно, не были свои родные. И вот здесь мы должны делать все для наших детей, и мы будем это делать. А вас я поздравляю с новым вашим домом, потому что это дом, конечно, и для детей в первую очередь, и, конечно, для родителей. Здесь будут работать педагоги, здесь будет внутри уютно, красиво, садик будет обживаться, будут заводиться еще цветы внутрь. Ну, в общем, будем стараться делать все, чтобы у детишек было хорошее, радостное настроение, и они не расстраивали, не огорчали своих родителей. Дети, вы хотите в новом детском саду учиться? Да! А вы же 2 дня уже туда ходили, вам нравится там? Да! Ну, отлично! Я надеюсь, что когда вы вырастете и пойдете в школу, вы будете также весело отвечать и дружно по вопросу вашей новой школы. Спасибо. Еще раз всех поздравляю. И родители, и уважаемые наши гости, спасибо вам огромное за подарок. Этот детский сад действительно подарок для наших юных москвичей. Спасибо огромное префектуре и правительству Москвы, которая разработала этот проект, детские новые детские сады. Спасибо большое строителям Алику Гариповичу и Олегу Юрьевичу, которые руководят шикарными организациями, которые делают все как надо. Вот поверьте мне, сделано все как надо. Спасибо большое Департаменту образования и Северному окружному управлению образования за то, что оснащение нашего детского сада на 150%. У нас есть все. Спасибо всем огромное. Я рада, что нам за год удалось выполнить свое обязательство и за год открыть наш детский сад. Поздравляю коллектив с праздником. Район ждал этот садик. И большое спасибо заслуженному строителю России Юрию Сергеевичу Леонову, его предприятию «Проэконом». В общем-то, качество очень хорошее. Олег Львович, музей первого садика у нас уже сейчас посадил дерево. Сейчас посадим возле второго дерева. Это тоже возле второе дерево возле второго садика. Символично тоже, потому что нам еще в этом районе нужно высадить более 2000 деревьев. И с праздником.